Как-то взял, часа три варил, так и не разварил. Да? Вообще хуйня полная. Спасибо. Послал вас. Дать свои данные, и все, и мы поехали. Я не хочу давать свои данные. Пошла нахуй. Я вот нам принесли, короче, пасту. Вообще, да? Ты спросишь, как я хол сегодня, I'm fine. Так как я зашел на лучшую стратегию онлайн. UpX, UpX, XX. Сразу стал мечтой всех чикс, ведь просто зашел на UpX, UpX, XX. UpX, парень, не тупи, ссылка в описании. Ну, привет. Прокатишься? Прыгай, прыгай. Как зовут хоть? Номер дашь? Нет. Нет? У тебя спрашивать не буду, у тебя молодой человек. Неловко получилось. Вяжется. Надо понять, как пятки, да? И мерит. И мерит на сокосе. Смешно. Не понимаю. У них автор был, который на все слова он говорил, ну, типа, там, ему говоришь привет. Он говорит, хуевет. Ну, знаешь, вот эти ребята, которые там, вот что-то фасит чистое. Да, он говорит, ну что, пишем, хуишем. Ну, то есть все там. Да. И вот он весь день вот так вот заебывал. И в конце они, типа, все ложатся спать. Я думаю, все выключают свет, вот так все ложатся. Вот так ложатся. И проходит какое-то время, и он в темноте говорит, хуйшина. Мы с тобой расстаемся, потому что ты не решаешь мои проблемы. Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишуй. Долбай. Ну ладно, пошла нахуй. Тренчик достал с карманчика. Спасного не имеется? Есть. И там-то, откуда не могу. У тебя что, один остался? У тебя же там десяток был. Я не съем. Булочка, малочка маленькая. Да ладно, ладно, есть. Надо двое. Ты такой вот вежливый. Нет, такой. Ты что хочешь от меня? Сосиску съешь. Нет. Ты мне обещал помогать всегда по жизни. Сосиску съешь. Это тоже не вкусно. Нет. А она вкусна? Нет, вообще не вкусно. Да не, она не вкусная. Я это не буду есть. Я папа буду съесть. Хорошо. Смотрю вот на себя именно. Ну просто, блядь, сама серьезность, ебать. Тупо борода, там, я не знаю, сколько, шрам, не шрам, проебанные зубы, блядь. Ну, а стоит только побриться сразу именно. Мамкина принцесса просто. Просто мамкина. Мне мать разрешала воровать на китайском рынке. Абсолютно легально. Я настолько оборзел, что в какой-то момент, когда мне было 13 лет, я приехал на рынок, гулял и украл китайца раскладной нож. И начал бежать от него. А китаец побежал за мной. Я был настолько охуевший этим контекстом, что бежал и думал, а чё я бегу? У меня же нож. Я не знаю, где Петя. Люблюсика сегодня на стриме немножко обидели, он она плакала, сидела. Так он говорит, короче, только ее успокоил, говорит, хочу на заправку, и чтобы ты мне купил все, что я хотела. Он Люблюсик набрала, себе капризончик купила. Что это такое ты взяла? Сыр. Сыр взял? Да. Масипусик.
Я говорю, люблюсь. Мы не 100-долларовые купюры, мы не обязаны всем нравиться. Она же читает комментарии, и понимаешь, там кто-то пишет какую-то хуйню, и она, понимаешь, начинает плакать. Я говорю, ебать, она же девочка, нахуя вы ее хуярите? Ну, пиздец. Короче, я же понимаю, что куча неудачников, там, вонючих селюков, которые сидят, там, знаешь, за 3 копейки работают, такие, ебать. Я его хочу. И его хочешь? Бери, мастер. И сидят, понимаешь, и такие, типа, вот почему у нее все хорошо, у меня все хуево. И начинают писать хуевые свои комментарии. Долбоебские, нахуй никому не нужны. А люблю стеклон, из-за этого рыдает. А можно половину? Мне половину не разреши. У меня речи. Я? Сразу? Я их вообще не взял. Надо расслушать, потому что не перебивают эту сладость. Нет, красиво. Посмотри, она хотела пить последний. Не бойся. Да ну все выпили, даже они. Ой-ой-ой-ой. Все хорошо. Пьем. Куда? Просто. Себя. Давай, давай, не бойся. Не надо ее. Давай. Не надо ее нюхать, пей. Просто пей. Зерна, зерна. Да расслушай, потому что не перебивают эту сладость. Вдыхай, вдыхай. Сейчас, сейчас, сейчас. Пары могут и подождать, все нормально. Все. Вы здоровы? Да. Дышь, вдыхай. Ну это да. Вперед, вперед, вперед! Лево, 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 лево! Лево, лево, мило! Здесь надо было налево. Россия самая богатая страна. Мне, пожалуйста, чай Липтон. Ой, спасибо большое! Иди отсюда! А забейте отсюда! Забьете, и все будет хорошо. Как? Ну, пожалуйста! Давайте еще одну. Опять штангу. Вы такой постоянный, Дима. Но если честно, в штангу было сложнее попасть, чем в ворота. У моей охраны есть охрана. Я в таких секретных войсках служил, что мне не то, чтобы про это нельзя говорить. Я про это вообще нихуя не знаю. Может, даже не служил. Доброе утро. А вы тут что, всю ночь сидите? Да. Серьезно? Не скучно вам? Так, а есть какао? Да. Нужно мне какой-то теплый какао. И не страшно вам тут? Нет, нормально. Вас заставляют? В плане заставляют. Моргните, если вас заставляют. Нет. А трубочка с чем? С сгущенкой. Сейчас вы видите там просто какао? Сколько это миллилитров? 250. Ага, 50 рин. И трубочка, да? Трубочка тоже стоит, да? А? Вы сказали себе, да? Да. Не работает? Ну, давайте я рассчитаю, если вы там пробьете. Держите. Держите. Это все вам. Мне? Да, не мерзнете. Спасибо. Хорошо, не.